Банда аферистов, которая обокрала россиян почти на 2 миллиона рублей, скоро предстанет перед судом. Уголовное дело передали в Металлургический районный суд. Подсудимыми стали 7 челябинцев. По версии следствия, обвиняемые искали в сети объявления о покупке запчастей и деталей для машин. После созванивались с покупателями, представлялись сотрудниками магазинов и убеждали их перечислить предоплату, либо полную оплату стоимости покупки, обещая выслать запчасти транспортной компанией. В ходе общения с потерпевшими они отправляли фиктивные договоры купли-продажи и получали деньги предоплатой на карту. Следствием установлено, мошенники похитили средства у 109 граждан. Это оказались жители Московской области, Иркутска, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Самары, Казани, Кемерово и Екатеринбурга.